Всем привет, дорогие друзья, с вами я, конечно же, я, Андер-13, и сегодня мы с вами играем в Аспихал Нейтра. Это не Асфальт 8, потому что Асфальт 8 у меня бы тупо не поместился бы на моем устройстве, но у меня телефона не планшет, на планшете у меня Lenovo никакой, даже дуэкодер, который Kinesoplay говорит, что единственное нормальное приложение, которое работает на планшетах, оно у меня не работает. А дуэкодер у меня просто сводит с ума. Когда я вот это у него записываю разные вещи, он это повторяет несколько раз. И из-за этого я уже не могу делать стримы. Он это то, что я говорю, он вместо моего голоса делает какие-то разные писки. И поэтому из-за этого стрим я не могу делать уже. На Мобизоне у меня не получается делать стрим, я не умею. Но кто умеет делать стрим на Мобизоне, обязательно напишите. В комментариях сейчас же, если вы напишите как. Вот просто как делать стримы на Мобизон, то вы получите коробку. Но вы скажете, зачем нам это... А, какую еще коробку? Вы получите зеркало. Ну вы скажете, зачем мне зеркало? У меня же есть своя зеркало, я могу же... Туда подсматривать там, вот красотой свистит, но нет, это зеркало не простое. Каждый, кто посмотрит в это зеркало, и загадает какое-то желание, например, хочу новый компьютер, хочу PlayStation, через 20 минут или полчаса этот PlayStation будет у вас дома лежать, прям у входа, уже в вашем доме. Да, всего лишь за лайк, подписку, колокольчик и коммент, как сделать стримы на Мобизон. И вы получите это зеркало. И вы увидите это зеркало завтра у себя под кроватью. Вот я сейчас на полном серьезе. Это не какая-то шутка. Ну что ж, мы уже и продолжаем. Так что, если вы хотите это зеркало, напишите в комментариях, как мне делать стримы на Мобизон. Но если вы не знаете, или же не знаете, то зеркало придет тому, кто поставит лайк. Ну да, это зеркало получит любой, кто поставит лайк. Ты можешь просто загадать 1 миллиард рублей и просто ты станешь богатым. Ты можешь купить домик себе на берегу пляжа. Или же крутую Ламборгини, или же микроавтобус, или же... Два дома, и в каждом из них жить по одному дню. Один день живешь в этом доме, а один день в другом доме. И вообще, представляете, ну, вам будет это, наверное, чуть сложнее, но вы сможете купить себе крутую тачку Ламборгини. Но если вы пацан, с вами будут бегать девчонки. А если вы девчонка, то вы сами знаете, кто за вами будет бегать. Итак, я на самом последнем месте сейчас... На четвертом месте. И мы вот и начинаем. Вот знаете, у нас в школе там много хлопот всегда случается. И один из них произошел. Сегодня я как всегда дался вот этим Нихадам. Но все говорят там, не приставай к Нихаду, потому что он там Фархата чуть не убил один раз. Ну да, он направду чуть не убил. Вот, где-то был где-то в третьем классе, он его вниз башкой просто бросил, и его отправили в медпункт. Так что никогда не лезьте, ну, к таким человекам, но я лезу просто, чтобы подраться. Ну да, все равно же я сильнее. Его там... Его нос раскроил. Ну это уже ничего страшного, он же все равно уже... Немного того, он уже там просто это. И все равно же у нас никто из класса не смотрит мой канал. Эмиль там, если даже смотрит, у него друг Нихад, да. Эмиль подписан на меня. Он просто тупо не смотрит остальные видосы. Вот если он говорит, что дис поставит или еще что-то, он просто тут не сделает. Просто времени не остается на это.
Если даже хоть кто-то услышит, все равно я этого не боюсь. Ну и что, давай еще одну последнюю гоночку, потому что у меня уже нагревается телефон. Нет, свои гениальные данные я этой игре уже не дам. Отмена. Мини-купер с полным апгрейдом на 2 дня. Но давай мы уже его такой вот цвет сделаем нашему мини-куперу. Но я в это в Амина вставлять не буду, потому что там будет скажут авто. Вот это все авто, потому что, знаете, бессмысленное что-то. Вот что-то тупо бессмысленное, в которое даже смысла нету такого. Блин, похоже, ну, уже с ума сошла немного эта игра. Да что она выходит? Я не понимаю, наверное, телефон у меня уже перегревается. Ну что, с вами был я, Андертейл 12. Всем удачи и всем пока. Спасибо за 62 подписчика.